анонс и точная дата выхода 9 серии турецкого сериала «Стужа». 9 серия сериала выйдет в эфир 11 марта. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, как Аяз совершенно ничего не знал о том, что Эртан сделал предложение Фирузе. Когда он пришел по приглашению в департамент, то стал свидетелем того обстоятельства, как председатель власти собирался зарегистрировать данный брак. Эртан взял Фирузе за руку прямо у него на глазах и пригласил на роспись. Когда он обратился к Фирузе с вопросом о том, что все это означает, то девушка так и не смогла дать на него ответа. На самом деле, сестра Фирузе оказалась в большой опасности, и только ради ее спасения она решилась на этот отчаянный шаг. Сейчас она готова выйти замуж за Эртана ради спасения близкого человека. Ведь сестра Фирузе слишком еще маленькая, и она никак не может позволить ранить ее душу. Фирузе готова была на все ради своей сестры, и даже пожертвовать собственной жизнью. Эртан просто вынудил на это Фирузе и сказал ей о том, что она не сможет тратить время на слезы, а просто должна принять решение. Тогда Фирузе была шокирована и даже не могла подумать, что этот человек способен на подобные шаги. Она сильно сожалеет о том, как сложилась ее судьба, но изменить девушка ничего не может. Аяз шокирован, он ведь любит Фирузе и знает про ее взаимные чувства, но почему сейчас все складывается именно так, он не может понять. Напомним, 9 серия сериала «Стужа» выйдет в эфир 11 марта. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки. Приятного просмотра!